Вместо того, чтобы просто быть переваренным, молоко кристаллизуется в кишечнике у насекомого. Исследования показали, что тараканье молоко очень питательное и, возможно, станет пищей для следующих поколений. Как и полноценная пища, кристаллическое молоко содержит белки, жиры и углеводы и почти в 3 раза питательнее, чем буйволиное молоко. Однако пока не ясно, насколько оно безопасно для употребления в пищу человеком. Тем временем ученые изучают возможность получать кристаллы тараканьего молока в большем количестве.